Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Мои дорогие, я дома. У нас дождик. Мы привезли дождик. По всей Турции дождик. Ну, такой приятный мелкий дождик. Гром погремел. Смотрите, что у меня творится. Здесь у меня проветривается. Я стираю. Здесь же у меня был Деми лежал, помните? Я решила все это, хотя мой муж говорит, не трогай. Решила все убрать. Сложила кое-что. Тут у меня ткани. Здесь у меня постельное белье. Посмотрите, все стирать надо. Я пока уборкой не занималась. Я занималась стиркой. И вот это все протерла. Сейчас буду полы мыть. Вы видите, мне не заканчивается. А еще я сегодня стираю четвертую уже. Сейчас приготовилась нам на ужин рыбу и картофель по-мексикански. Специально для этого привезла приправы. Но почему-то много картошки. Я все думаю, что нам мало с мужем, да? Ну, думаю, вдруг гости придут. Я гостеприимная. Приходите, гости дорогие. Тут у меня стирка, некуда было ставить. Избавилась сегодня от цветов мелочных, мелких, некрасивых. Они у меня все испортились. Сделала такую перестановку. Вы видите, узнаете мой цветок? Я его сегодня спасла от этой зелени. Вот это тоже завтра, потому что это перец, ему шанса нет. Дам ему один день. Посадила сюда, так как поломался этот у меня цветочек. Так, еще что, смотрите, видите? Вот. Они все от жары. Хорошо, что не сдохли. Я столько сегодня вынесла. 4 пакета. 4 пакета. И вот видите, вот эти вот помыла. Вот тут у меня были другие цветы, да? Я их всех выкинула. Давно собиралась. И это. И так поставила такое дерево, защиту от глаза. Не знаю, вот этот тещин язык или как. Он этот, ну, Ашким сейчас станет, пускай все собирает. Вот такой вот у меня бардак. Цветочек этот вырастил. У монстерны моей появился новый листочек. Ну, так, друзья мои, вся в уборке. Сейчас поставлю ужин готовить и пойду полы мыть. Какой у меня чистый дом. Некадар темиз беним эв. Балкон. Ашким. Некадар гюзель емек пишердим. А, эвдех эпистерн пишердим. Смотрите, что у нас. А, полы кукадар. Ох, ох, ох. Мексиканская картошка. Салата рокола. Вы знаете, в Батуми рокола нету. А вот эту картошку мне мои друзья и в ресторане тоже пробовала. Очень вкусно. Ашким, тады на бак. Убралась, помылась, только отдохнула. Приятного нам аппетита. Это божественно. Это божественно. И это вид с моего окна. Благодарю Бога, Вселенную, за то, что я это вижу. На такой прекрасной ноте молитвы я начала сегодняшний репортаж. Еще раз благодарю Бога и Вселенную, но у нас, кажется, такой ветер будет, а мужа нету. Надо быстренько все прятать. Вот сегодня у меня помыл балкончик. Я целый день стираю. Видите, это еще не все. Друзья мои, я так рада, что я дома. Я сегодня занимаюсь собой. Ну, тут-то у меня еще бардачок. Все-таки я привела себя в порядок, поменяла постельку. Стираю, стираю, стираю. Волосики покрасила. Бигуди накрутила. Так, дальше. Педикюр сделала. А почему? Тут еще шкафы не убрала, не успеваю. Так вот, мои дорогие, такая красоточка.
у себя дома нахожусь. Какое счастье! Сейчас закрою окна, а потом к вам вернусь. Я привезла столько для себя всего хорошего. Я купила, значит, смотрите, вот такие лаки. Вот этот лак я купила. Френч называется. Смотрите, что я купила. Купила гиалуроновый спрей. Фиксатор макияжа. Также купила вот этот, я вам показывала. Еще что здесь купила? Так, давайте посмотрим. Вот такие вот ножницы красивые. Купила кусачки. Не буду сейчас разумеется. Вот эту заколочку мне подарила моя подписчица. Так, здесь такое всего интересного я себе понабрала. Обалдеть. Так, смотрите, новенькая. Это, как вы думаете, что? Консилиум, да? Консилиум, правильно же? Видите? Консилер, простите меня. Вот такую взяла тушь себе, синюю. И еще какого цвета я купила себе тушь такую точно. А ну-ка, давайте посмотрим. Да, покажу вам. Вот такую я купила себе для макияжа. Кисточку купила для макияжа, вот такую. Сейчас покажу еще, мои дорогие. Так, что я еще купила? Вот такой себе блеск купила для губ. Вот такой купила. Это у меня тушь заканчивается. Вот такой купила гель для бровей. Вот такой купила палетку. Так, еще что-нибудь. Что у меня еще? Хотела такую тушь, но там не было белорусской продукции. Вот, вот такую купила коричневую тушь. Вот такой купила карандаш для бровей. Потому что тут отдала мамочке. Мама захотела. Так, еще что у меня здесь есть интересного? Да больше ничего интересного нет. Остальное все старое. Ножницы, я сказала, вам купила. Кусачки купила. Вот. Сейчас покажу. В туалете купила вот такую вот краску, накрасилась ей, мне так понравилось, пшеничный блонд. Соответствует ли? Красивый цвет волос, даже не знаю, ехать на конференцию решила, так нормально пойдет. Так, смотрите, еще у меня стирка, а тут еще у меня майки хлорирую, белое, все, до места сам, да. Вот. Вот. Все, что белое, я хлорирую таким образом. Так, что я купила, приобрела? Смотрите, сыворотка для волос. Этот я показывала. Лак такой купила себе. Лак такой купила для волос огромный. Еще что я приобрела-то себе? Ну, вот в основном. А, маску вы видели. Для этого душа тоже видели. Вот. Я очень довольна приобретением своим. Эту красоту невозможно не заснять. Мы пришли вот такой сирийский магазин Татлы Соли. Взять для подарка. Смотрите, баклава. Все такое красивое. И батуми я для учителей, внуков купила, все здесь, наборы. И что хочу сказать, вот решили сесть покушать сладкое и мороженое. Приятного нам аппетита. Так, постепенно готовим подарки, друзья мои. Вот я купила для моего лидера вот такую вот баклаву, подарок. О, сирийца, вот где мы сейчас сидели. О, прекрасно, вкусно, обалденно, качественно, надежно. Снова чемоданы собираю. Все перестирала, переглаживаю. Вот видите, что у меня творится, бардак. Вчера столько гладила вещей. Все, что было, перестирала. Беру вот это платье коктейльное. Одену его на встречу с президентом. Сегодня мы зашли в магазин. Кажется, называется Актар. Актар. И вот это вот все стоит 81 лира.
Еще какая-то конфетка где-то, да, там на столе, покажу вам сейчас. Так дешево. Кто в Турции, берите там все. Во-первых, можете чуть-чуть взять. Приправы разные, вот. И очень дешево. А тут у нас кто? Тут кто у нас? Птичечки. Мы вчера помыли их клеточку. Они там так обосрали все Ялчину, что он уже не хочет их брать. Смотрите, что я купила. Во-первых, я купила себе новую расческу. Я свою отдала Маре, я решила золотого цвета. А вот еще. 12 лир, вот это стоит ерунда. Купили две мочалки для меня и для мужа. Я купила вот это, хочу подружки свои. Смотрите, какие нравятся мне. Красивые вещи. Так, вот это тоже на подарочек я взяла. Это взяла на подарочек. И вот эти взяла бабочки на подарочек. Одни бабочки. Вот. А вот это я взяла для себя. Такие золотистого цвета, серебряные. Вот такую красивую заколку. Орхидея, похоже. И вот такие эти простые. Но мне очень они понравились, да? А как вам, понравились или нет? Оригинально просто будет на моей головке смотреться. Вот это и вот это. Вот в этом году, кстати, можно модно очень жемчуг. Видите, как красиво жемчугом все. Вот. Такое вот я купила. И вот это вот все. Вот это вот все. 500 чем-то лир. 560, что ли. Вот это вот все. Решила вам сегодня продемонстрировать мой красивый цветочек. Вы знаете, я еще покрасила волосы. Мне не понравились мои темные корни. Я решила покраситься, все заново делать. И сейчас мы кушаем. У нас сегодня тандури, куриный суп из домашней курицы. Чайковтыяшка еще купил. Все покажу сейчас. Как мы наслаждаемся этим временем. Так все вкусно. Дашка, вкусно? Супчик такой, смотрите, я приготовила с курицей. Тандуни будет с мясом. Нам хватит. Доедаем все, что есть. Скоро в дорогу, в путь. Так что приятного нам аппетита.